Здравствуйте, девушки! Здравствуйте! Передо мной две команды. Это команда Курск и Москва. Москва, Москва, Курск. Девочки, вы сегодня в эстафете, по-моему, такую показали зарубу. Да, ну кто? Сильнейшие были или все сильнейшие были? Обе команды, да, сегодня были достойны победы. Жалко, что нет золота двух. То есть, в принципе, два золота. Да, вам понравилось им бежать здесь? Давайте, да. Поздравляю, девчонки, вы молодцы. Курск и Москва родит. Спасибо вам большое. Удачи вам. Победы в шведской эстафете. Так держать. Вот так наши дружные, наши декатлеты. Спасибо большое вам.